Всем привет, я Юлия Андреева. Я расскажу вам о погоде на субботу, 19 сентября. Суббота на территории нашей области снова будет прохладной, пасмурной и дождливой. В Лузе всего плюс 7, в Яранске и Нолинске до 10 градусов со знаком плюс, теплее всего в Слободском плюс 12. В субботу в Кирове будет пасмурно, пройдет дождь, днем ожидается плюс 9, плюс 11, ночью до 6 градусов со знаком плюс. Ветер подует северо-западный до 3 метров в секунду, влажность воздуха составит 78%, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. На 5 минут станет короче световой день к субботе и продлится 12 часов 31 минуту. Луна начинает расти. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на субботу, 19 сентября. Пока-пока.